Сегодня в Чебоксарах прошло заседание Межрегионального координационного совета партии «Единая Россия». В нем приняли участие депутаты Государственной Думы, секретари региональных отделений Чувашии, Республики Мариэл, Мордовии и Нижегородской области, координаторы партийных проектов. Сейчас в России действуют 27 партийных проектов. Самые известные из них – детские сады детям, местный дом культуры, парки малых городов, безопасные качественные дороги и другие. Часть их успешно реализуется в Чувашии. Например, в проекте «Городская среда» участвуют 9 муниципалитетов. На это направлено 280 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов. В рамках проекта «Детский спорт» отремонтируют 20 спортзалов в сельских школах. Модернизации подвергнутся более 30 сельских домов культуры. Это еще один проект «Единой России». И проекты – основной инструмент в работе партии. Главное, чтобы жители регионов видели, как они воплощаются в жизнь. Нами поставлена задача очень детально разобрать все, что было обещано людям в ходе избирательной кампании в Государственную Думу. Это накладывается на существующие проекты. И мы сегодня послушаем регионы, как у них эта работа начата. И нам очень важно понять, все ли здесь идет так, как задумано, и принесет ли это пользу людям.